タリア、8番メリル・デイビス、チャーリー・ホワイト組、アメリカ。And here is a skating order for Group 2. Number 5, Yelena Ilyniv and Nikita Katalapov, Russia. Number 6, Maya Shibutani and Alex Shibutani, USA. Number 7, Anna Cappellini and Luca Lanotte, Italy. And number 8, Meryl Davis and Charlie White, USA.ただいま大型スクリーンにおきまして第2グループの選手をご紹介しております。 On the giant screen, you will see the skaters in group 2 in the order of skating. 5番エレーナ・イリニフ、ニキータ・カザラポフ組、ロシア。世界ジュニアを制してから3年後の昨シーズンはヨーロッパ選手権で銀メダルを獲得するまで力をつけてきました。フリーダンスは白鳥の湖、国鳥の美しい舞をご覧ください。 6番マイア・シブタニ、アレックス・シブタニ組、アメリカ。正統派のダンスカップルとしてクラシック曲などを使う印象が強かった2人ですが、今シーズンのフリーダンスはマイケル・ジャクソンメドレー。これまでとは一味プログラムを披露します。7番アンナ・カッペリーニ、ルカ・ラノッテ組、イタリア。昨シーズンは世界選手権4位に入り、ついに世界の表彰台が見えてきました。オリンピックのメダルを狙うフリーダンスは明るい2人にぴったりのオペラ、セビリアの理髪師です。8番メリル・デイビス、チャーリー・ホワイト組、アメリカ。バンクーバーオリンピックで銀メダルを獲得してからすでに2度世界選手権で優勝しているカップル。ダンスの優雅さだけではなく一糸乱れぬステップやツイズルなど高いスケーティング技術も見どころです。あと1分です。 1 minute remaining in the warm up. The warm-up time is over. Skaters, please clear the ice.
Завершилась разминка у представителей сильнейшей группы участников на этапе Гран-при в Японии. И сейчас мы с вами увидим лучших из лучших. Впервые перед широкой публикой, в том числе и телевизионной, предстанут в нынешнем сезоне Елена Ильиных с Никитой Кацалаповым со своим произвольным танцем. Классика олимпийского сезона может быть логичнее. Итак, «Лебединое озеро» Петра Чайковского, великого русского композитора. Честно говоря, арбитры здорово придержали оценки нашим спортсменам по короткому танцу, потому что лично у меня не сложилось какого-то впечатления, что Лена с Никитой были хуже соперников по каким-либо параметрам. Однако же, лишь только второй уровень сложности за секции финстепа, лишь только второй уровень сложности за дорожку шагов и за твизлы не позволил россиянам претендовать на что-либо большее, нежели четвертое место. Впрочем, далеко не идеально откатались и Шибутани, и Капеллини Ланотте, которые по сравнению со своим личным рекордом, который был у них на первом для итальянцев этапе Гран-при, получили значительно меньше. Так что борьба за второе место на этом этапе фактически только начинается. Первое все же по умолчанию у Дэвис и Уайт.
выдохнули, успокоились. И теперь начинаем ждать оценок арбитра. Совсем другое дело, конечно же, по сравнению с предыдущей разминкой. И даже несмотря на вот тот угол, в котором мы видим, что совсем не намного пока отличаются оценки канадцев Гиллис и Пуарье от того, что в технической составляющей получили сейчас Лена с Никитой, впечатление от этого танца значительно более яркое. И вы видите, как тяжело дался этот прокат Елене Ильиных. У нее буквально слезы на глазах. Я, честно говоря, был просто заворожен действиями этого дуэта. И в первую очередь, как это ни парадоксально прозвучит, то, как откатал эту программу Никита Кацалапов. На мой взгляд, это было, конечно, что-то выдающееся. Очень хочется, чтобы судьи тоже это оценили по достоинству. Но вот оценки за технику, при том, что четвертый уровень в большинстве элементов судьи обнаружили у Лены с Никитой, тем не менее, не намного выше по сравнению с Гиллис Пуарье, что не может не напрягать, скажем так. Потому что «Лебединое озеро» в представлении российского дуэта было фантастически. Но зато арбитры, не техническая бригада, которая определяет уровни, а именно девятка судей, которые выставляют оценки спортсменам, они не поскупились. Плюсы, причем плюсы серьезные. За три первые стартовые поддержки судьи просто-таки пальцы в кровь стерли, когда давили на кнопки с двойками и тройками. И в итоге за счет этого наши спортсмены получают очень хороший балл. А вот сейчас вы можете видеть на исчезающем табло, что оценка оказывается в технической части даже ниже канадской. И это уже неприятно, учитывая, что канадцы еще одну поддержку передержали и получили сбавку минус 1 балл. Естественно, компоненты у Лены с Никитой значительно выше. Привет, папочка, дедушка, всем привет. Лен, не переживай, все будет хорошо. Сейчас нужно дождаться оценок. Естественно, Елена Кацалапов сейчас первые. Но вот с какими оценками? Это вопрос. Это очень важно в олимпийский сезон. Более 50 за компоненты, но вот вы видите, технику канадцам проигрывают, причем проигрывают больше баллов. Даже не знаю, как на это реагировать. Лех Салапов, 155,37, далеко не та оценка, на которую Лена с Никитой способны. Ну что, молодцы. Не зря работали. А этот... Посмотрим, чем сумеют ответить нам Майя и Алекс Шибутани. Честно говоря, они являются одними из немногих, кто рискнул взять не классику в олимпийский сезон, учитывая уровень конкуренции в американской танцевальной сборной – это рискованный ход, но он пока себя оправдывает. Во всяком случае, с Чок Бейтс Майя с Алексом соперничают вполне себе успешно. Набор мелодий Майкла Джексона в исполнении американского дуэта. Но я скажу еще о том, что пока никак не могу посмотреть, найти время, чтобы выкроить на трансляции китайского этапа Гран-при, который не видел по объективным причинам. Но, к сожалению, там тоже у наших танцоров не заладилось. И вот эта тенденция, 6 у нас имеющихся в наличии танцевальных дуэтов, и ни одному не удается прокатать пока так, как способности позволяют нашим танцорам. Обидно.
Майкл Джексон, конечно, американец, и дуэт американский тоже очень тонко чувствует музыку. Зрители очень тонко чувствуют спортсменов, которые имеют такую внешность, как брат и сестра Шибутани, но не до такой же степени. Ну, не 3 же балла Шибутани выигрывают у Линых Поцелапова за те. Что-то совсем грустно. В преддверии Олимпиады становится после просмотра одного за другим танцевальных турниров. И молодежь не подпирает, и те спортсмены, на которых, по идее, можно было сделать ставку, тоже получают баллы далекие от того, чего мы от них ожидаем. Феноменальное выступление на первом для себя этапе у Капеллини Ланотте с личным рекордом. Выигрыш в очном соперничестве у Боброва и Соловьева француза Пеша Бурза. Вот эти вот оценки Майи и Алекса Шибутани. Очень-очень понравившийся Вивер Поже. И где мы в борьбе за эту гипотетическую олимпийскую бронзу, пока не очень понятно. Точнее, понятно, но верить, к сожалению, в это не хочется. Давайте хотя бы посмотрим, что у нас за расклады в преддверии возможного попадания в финал Гран-при и кого, в частности, из россиян мы можем там увидеть. Пока, кроме Боброва и Соловьева, никого, к сожалению. Так, Шибутани имеют 11 очков за третье место на Skate America. Сейчас, судя по всему, они удержатся выше Ирины Косолапова, потому что оценка за технику, вы сами видите, разница практически на 3 балла. И даже учитывая, что у Лены и Никиты никак не может быть оценка за компоненты ниже по сравнению с Шабутани, повыше должна быть. Тем не менее, вот то небольшое превосходство, которое у Майи и Алекса было после короткого танца, меньше 2 баллов, оно, видимо, сейчас и должно сказаться и оставить их выше российского дуэта. Вот где тонкости. Итак, оценки Майи и Алексу. Еще и за компоненты они добирают, и еще произвольный танец выигрывают у россиян. 94-49, 94-02. У Ирины Фицелапова, Шибутани и еще один Шибутани остаются на подиуме и зарабатывают как минимум 22 очка по сумме 2 этапов. И таким образом выходят в лидеры сезона, потому что у тех, кто выигрывал этапы, Дэвис Уайт, Вирчу Мойер, Пешила Бурза, пока только по одному завершенному этапу Паттини. Анна Капеллини, Лука Ланотте, итальянцы, которые мне, прямо скажу, очень понравились, в особенности в коротком танце на Skate America. И заслуженно получили очень высокие баллы. Не только для себя, для всех там были баллы очень достойные. У Капеллини Ланотте за короткий прокат, за произвольный, впрочем, было не настолько впечатляюще, но тоже очень прилично, и сейчас у них есть реальный шанс отобраться в финал. Нужно только в очередной раз опередить Майю и Алекса Шибутани. И с 2 вторыми местами Капеллини Ланотте пройдут и еще раз приедут в Японию. Thank you.
Итальянцы продолжают выдавать один вдохновенный прокат за другим, показывая, что они всерьез вознамерились побороться за это самое желанное, пожалуй, сейчас олимпийское место на пьедестале, потому что первые два все же заняты, и заняты, похоже, настолько крепко, что придвинуться к ним будет практически нереально. Во всяком случае, судьи уже сейчас дают понять, что никого ни к Дэвис Уайт, ни к Вирджу Мойру не подпустят. А вот что касается третьего места, боритесь, пожалуйста, место вакантно. Претендентов огромное множество. Мы их с вами перечисляем на каждом этапе. И их, по-моему, с каждым этапом становится все больше и больше. Каперини Ланотте второй год подряд берут музыку, скажем так, близкую каждому итальянцу. То Кармен была, теперь Севильский цирюльник. И исполняют свои программы более чем достойно. Сейчас вновь все будет зависеть от компонентов. Компонентов куда же без них. Оценки за технику у Ильиных Кацалапова пониже, к сожалению, чем у итальянцев. У Майи Алекса Шибутани пока повыше. Сейчас судьи уточняют пока то, что они там навыставляли. Точнее, судьи уже не могут ничего уточнять. Могут уточнять только лишь технические специалисты, которые тем или иным уровнем здорово корректируют порой техническую составляющую. Ну и вот вы видите, что по технике итальянцы понравились арбитрам несколько меньше по сравнению с Шибутани, но тем не менее эта легкость, с которой они откатались, дала им возможность технической оценкой опередить Ильиных Кацалапова. И все в итоге опять будет зависеть от компонентов, а компоненты уже в прошлом сезоне у Анны и Луки были невероятно высоки. Во всяком случае, в прошлом году они дотянулись до знаковой суммы в 100 баллов для любого танцевального дуэта, за исключением двух лидирующих в мире. 100 баллов за произвольный танец – это знаковая пока еще величина. Однажды удалось дотянуться до сотни Ильиных Кацалапов на чемпионате Европы 2013 года в Загребе, когда наши спортсмены набрали 116 сотых. У Шибутани пока таких достижений нет, у итальянцев есть 111, они получили уже чуть позже на чемпионате мира. Сейчас компоненты у них повыше, чем у наших, техника пониже, чем у Шибутани, но опять-таки повыше, чем у Ильиных, и по сумме первые они в финале Гран-при. Япония встречает Италию и второй раз в этом году. 160 по сумме, Каперини Ланотте лидер. Поволновались, может быть, даже переволновались, я сейчас говорю, и о российской публике, и о российских спортсменах. А теперь давайте просто насладимся. И не будем думать о том, что Мэрил и Чарли в текущем сезоне, который уже раз никому не догнать, за исключением, может быть, Тесса со Скоттом, а просто посмотрим то, на что способна эта феноменальная танцевальная пара. В прошлом году был восхитительный Нотр-Дам-де-Пари, в этом «Тысяча и одна ночь» сказки Шахерезады в исполнении на данный момент, пожалуй, сильнейшего дуэта в мире.
бы 200 лет прошло, ну или около того, с той поры, как на земле жил легендарный баснописец Иван Андреевич Крылов, а его слова по-прежнему актуальны. Ведь не было в то время еще никакого фигурного катания. Тем не менее, уж сколько раз твердили миру. А к чему я это все говорю? К тому, что на протяжении вот уже 2,5, а то и больше сезонов мы с вами слышим, что к канадцам с американцами можно приблизиться, не такие уж они и недосягаемые. На деле получается все с точностью до наоборот. Мэрил Дэвис, Чарли Уайт, это Северчу Скотт Мойер только отрываются от соперников. Во всяком случае, в том, что касается Мэрил и Чарли, это утверждение становится все более и более справедливым даже не с каждым годом, а с каждым новым стартом. Вот, собственно, все. Вновь выигрывают, причем в одну калитку спортсмены, радуются сами, прекрасно понимая, что они вновь лучшие, и это никем и ни при каких обстоятельствах не оспаривается. На чемпионате четырех континентов они получили свои 112,68 балла. И если ничего экстраординарного не произойдет, сейчас они за эту сумму попробуют побороться сами с собой. Очень точно выбрана программа, на мой взгляд. 1001 ночь. Можно ее пересматривать, ну а пересмотрев, можно приступать к созданию следующего шедевра. В настоящий момент все высшие достижения за короткий, произвольный и посольный, разумеется, танцы тоже принадлежат этим спортсменам. Пожалуйста. Мировой рекорд. Мэрил Дэвис, Чарли Уайт обошлись без мировых рекордов. Пассажир Троньков, американцы не обошлись. Под 113 баллов они получают. В сумме все же до рекорда не дотягиваются, потому что чуть-чуть проиграли самим себе образца чемпионата мира 2013 в короткой программе. Но их преимущество над соперниками просто сумасшедшим кажется. Катастрофическим для оппонентов. Вот скажите мне, что значит приближение? Приближаются соперники к Мэрил и Чарли, когда отставание второго места от первого составляет 26,5 балла. На расстоянии чего они приближаются? Пушечного выстрела? Может быть. Ильнек Цалапов четвертый, Синицын и Жиганшин восьмые. Ничего после первого дня соревнований не поменялось. Дэвис Уайт в финале Гран-при, Капеллини Ланотте в финале Гран-при. Мы с вами смотрим все дальше и понимаем, что Елена с Никитой, к сожалению, мимо финала. Похоже на то. Но не расстраиваемся, впереди еще много хорошего. Меня зовут Александр Гришин, до скорой встречи.